что понимается под объектами инфраструктуры морского порта в Российской Федерации. Согласно статье 4 Федерального закона о морских портах в Российской Федерации, объекты инфраструктуры морского порта – это здания, сооружения, суда, устройства и оборудование, расположенные на территории морского порта и используемые для осуществления деятельности в целях торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг. Перечень объектов инфраструктуры морских портов утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. Что понимается под объектами инфраструктуры морского порта в Российской Федерации? Согласно статье 4 Федерального закона о морских портах в Российской Федерации, объекты инфраструктуры морского порта – это здания, сооружения, суда, устройства и оборудование, расположенные на территории морского порта и используемые для осуществления деятельности в целях торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг. Перечень объектов инфраструктуры морских портов утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.